Здравствуйте, дорогие любители футбола. Сегодня для вас в прямом эфире работают комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. И мы уверены, просто не сомневаемся в этом, что грядущий матч вас не разочарует. Оставайтесь с нами. Вот мяч из боковой, в такой близости от штрафной, потенциально очень опасен. Палась. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Палась. Потеря. Все, в оборону. Жагел. Какой прекрасный пример отбора мяча. Месси. Пока неплохо. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Удар. На месте голкипер. Все в порядке. Игра остановлена, будет угловой. Защитник выносит мяч. Забивать надо! Вратарь решил отбить мяч. Опасно! Совсем немного не точно, чуть выше ворот. В дальней зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Месси. Удар. Все верно, пора сместить акцент атаки. Мяч перешел к другой команде. Рамос. Навес. Хорошая подача, но защита на чеку. Маркизио. Командный прессинг применяет наставник домашней команды. Пытается найти более выигрышную тактику. Но тут явная ошибка того, кто делал эту передачу. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Санья. Палась.
Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Решил пробить. Это угловой. Прекрасный навес. Вратарь первый на мяче. Аут. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Заброс вперед. Плохо сыграно. Мяч потерян. Маури. Палась. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Все верно, края надо чаще задействовать. Терри. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Маури. Удар по воротам. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Это штрафной. Жагел без всяких усилий перехватывает. Итак, первая половина встречи. Нас ждет второй тайм на Emirates. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Санья. Маккарти. Это может быть опасно. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Жагел. Отличный навес. Теперь в атаке соперник. И тренер домашней команды дает указание перейти к командному прессингу. Любопытное решение, и давайте посмотрим, к чему это приведет. Маури. Очень здорово сыграно. Куарежма, Бернардо. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой.
Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Месси. Удар! Голкипер занял грамотную позицию. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Удар. Прекрасный гол. И исполняет, что называется, игрок. Буквально закатывает мяч в ворота. Откровенно издевательский гол, конечно, и сразу видна разница в классе конкретных футболистов. В первом тайме шла тактическая борьба, а во второй пришли, наконец, голы. Паласи. Штрафной ставит судья. Маккарти. Санья. Ах, искусно как обработал. Аут. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Паласио! Мяч в воротах, и у нас ничья. Такие не берутся, ну разве что чисто теоретически, если знать заранее, куда полетит мяч. Знаешь, я так скажу, вратарь сделал все, что мог. А мог он немного. После ответного мяча у нас 1-1. Поровну команды владеют мячом, да и игра примерно равна. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Жагел. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Так, и голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. И снова сейв. Мяч в поле. В перекладину мяч попадает. Командный прессинг применяет наставник домашней команды. Пытается найти более выигрышную тактику. Опасная передача. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Прекрасный навес. Надежно и спокойно. Мяч выбит, атаку надо начинать заново. Паласио. Месси. Опасно! Гол! И они выходят вперед! Спокойненько закатывает мяч в сетку. Издевательски просто. Но ведь ему позволили это сделать? Позволили получить мяч, пройти к воротам и сделать то, что он сделал? Да, покуражился парень, но особо стоит отметить, конечно, его технику исполнения на высочайшем уровне. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Сыграно жестко, но в рамках правил. Опасный момент. Прекрасная передача. Вратарь введет мяч в игру ударом от ворот. Мало. Главное, без нарушений. Классный отбор, можно играть.
атака окончена. Офсайд. Месси. Минуты еще играть, именно столько добавляется. Шанс-то был хороший, а согласитесь, обидно такой загубить в последний момент. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Свисток судьи возвещает о завершении.